Совсем скоро на улице Пушкина начнется ремонт. В этом году его выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем работ запланирован серьезный. Протяженность участка, который должны обновить, более 2,5 километров. Вложат 42 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и еще почти 20 тысяч на тротуарах. На первый взгляд может показаться, что ремонт на улице Пушкина не нужен, ведь ровных участков асфальта здесь действительно хватает. Но стоит проехать по всей ее протяженности, как невооруженным взглядом можно заметить десятки заплаток, оставшихся от устранения старых ям. Поэтому ее решили целиком отремонтировать от улицы Московской до Бекишской. В 2023 году в рамках национального проекта отремонтируют 7 крупных дорог областного центра. Кроме Пушкина, это улицы Чаадаева, Космодемьянской, Бакунина, Сурская, Кордон-Сурка. Общая протяженность участков составит 12,5 километров. На это выделено более 650 миллионов рублей. Начать работы планируют после 15 апреля. Но это в основном улицы, которые наиболее загруженные, которые мы очень сильно пользуемся спросом. Вот любителей, которые сейчас находятся не в очень хорошем проезжем состоянии, поэтому было принято решение их включить в ремонт в текущем году. Как следует из названия национального проекта, дороги не только отремонтируют, но и сделают их безопаснее. В частности, планируют установить 13 новых светофоров, 11 пешеходных ограждений и 5 комплексов фото-видеофиксации.